инкогниту. Еще с секретным предписанием. Что здесь случилось? Ой, черт, господи! Черт побери! Не пужайтесь, граждане. Который тут гражданин Горбушкин? Они, Горбушкин. Будьте любезны, пройдемте со мной. Собирайтесь. Завербовали. Но как он мог? Следователь знает зачем. Она все равно. Следователь. Собирайтесь. Рука. Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой. Поторапливайтесь! Вижу, ведут вашего супруга. Ой. Дай, думаю, зайду, успокою даму. Ты жена моя, мать моих детей. Ну, боже, ну, горе мне! Обыска еще не было? Не было. Будет. Да неужели же будет? А как же? Обыски, полная конфискация имущества. Полная. Полнейшая. За что Горбушкина замели? По какому делу? Только быстро. Ой, сама не знаю. Ну ладно, бросьте свои дамские штучки, не знаю. Что-нибудь за ним было, ну? Да было, конечно, мало ли. Это плохо. Взял попутных. Это не таксист. Бандит. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Стучит? Стучит.
Наверное, мне бы надо... Не надо. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Ух ты. Анна! Деньги-то этот бродяга уплатил? Уплатил, уплатил, не сомневайся. Кто возьмет билетов в пачку, тот получит... Водокачку. Давайте сюда деньги-то. Чего вам в руках-то их держать? Да ничего, я бы подержала. Тут, Нюша, нужна полная быстрота. Вот здесь 500 рублей. Номи. И я чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас по мере возможностей. Идите, темненькое платьице оденьте. Ну, только быстро. Победней. Да ладно. Гражданин Горбушкин, мы пригласили вас по делу некоего Щукина свидетелем. Что вы так, Семен Семенович? Спокойно. Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина? Хороший человек. Вот как? Так что же вы можете... В таком случае показать по этому делу. Поскользнулся. Упал. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся. Гипс. Гражданин Горбушкин, задача ложных показаний полагается до 3 лет лишения свободы. Не виноватая я! Правильно. Да. Вот. Товар. Короче, берете или берете? Да сиди ты! Да, деньги! А чёрт, деньги отдайте вдове! Ну только быстро, быстро! А ну-ка! Берегись! Да что же это на моих глазах делается? Молчи, несчастная! Молчи! Спецзадание. Оружие при вас? Психическое. Ах, да! Дом! Домик-то вы купили за 10 тысяч. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили. Вы прямо сами не знаете, чего хотите. Они сами не понимают, чего они хотят. Мне бы пивка. Слушайте, а может вам сестра замуж выйти, а? Только быстро. Ну как это, как это? Милый мой, я вроде замужем. Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете? У вас ус отклеился. Спасибо. Руки вверх. Ой, что ж вы, братец, такое да говорите? Да нет, тут надо все быстро, быстро. Ну вот этот вот, что приходил, сосед. Он, как вы думаете, не женится? Ой, что же это такое? Дайте один боевой. Зачем? На всякий пожарный. Не надо. Ясно. Конечно, она мне нравится. У меня вкус есть. Да? Ну, развестись, вы же всегда сможете. Ну, если развестись, тогда я, пожалуй, женюсь. Конечно, женитесь. Береги ее. Для дома, для семьи.
Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане. На вокзал можно. Зайдите. Отдайте деньги, или я жениться не буду. Отдайте ему деньги, да нафиг. Выкусите! Что у вас с головой? Деньги. Семен Семенович. Ну хорошо, я отдам вам половину. А я? И все. На одну зарплату на такси не разъездишься. У меня голова прямо как в тумане. А зачем женился? Не надо было жениться. Вот и голова не болела бы. Я встретил вас, и все было. Опись, протокол сдал, принял отпечатки пальцев. Наши люди в булочную на такси не ездят. А это чего? А? Это чего в моей камере происходит? А? Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.